в духовное управление мусульман Казахстана ведет деятельность отдела религиозной реабилитации, в конкретную функцию которой включается интернет-мониторинг. Наблюдается деятельность в социальной сети Instagram. Есть определенные странички, которые направлены на найти мужа, либо найти жену со своей профессиональной деятельностью. Знаем несколько случаев, да, когда наши сограждане, в основном женщины, по интернет-знакомству уходили в страны ближнего или дальнего зарубежья, где оказывались в таких очень плачевных ситуациях. Сидя в Инстаграме, ты не знаешь о человеке, просто там написано 10 пунктов. Это может быть правдивым, это может быть и неправдивым. Красивая обертка, красивая обложка ни о чем не говорит. Поэтому есть множество наших, скажем, сограждан, девушек, которые там только приобщились к религии. Любой человек, который там с бородой, либо любой человек, который, например, показывает свою внешнюю религиозную как-то принадлежность, в ее глазах он преподносится как мой брат, как там истинный мусульманин. Но конец таких историй, он зачастую бывает плачевным. У таких интернет-знакомств есть большая работа, которая и сейчас проводится через международные террористические организации. Это именно работа, деятельность различных вербовщиков. Хотели бы предостеречь наших сограждан, девушек, женщин от знакомств через различные интернет-сервисы, через социальные сети. Деятельность таких интернет-страничных сервисов не имеет отношения к духовному управлению мусульман Казахстана. Такие знакомства, они очень чревато различными последствиями, потому что человек не знает, кто стоит за обратной стороной экрана и какие у человека намерения, какие у него задачи. Поэтому необходимо быть очень осторожными, включать критическое мышление и не вестись на красивые слова, и в целом быть бдительными, осторожными.